Сегодня здесь проходит конкурс чтецов Низами, и это декламация русских переводов Низами, писавшего, как известно, на языке фарси. Видимо, в этом есть глубокий смысл. Низами живет и в России. Его творчество есть всемирное достояние, и его эти грандиозные поэмы, они существуют и в русских переложениях. Мы и раньше об этом, о таких мероприятиях слышали, знали, но дело в том, что мы хотели именно сегодняшним мероприятием, посвященным Низами Гянджави, именно для популяризации азербайджанской культуры, азербайджанской литературы. Мы прекрасно понимаем, знаем, что Низами Гянджави – это часть не только азербайджанской культуры, это часть мировой культуры. Сегодняшнее мероприятие посвятили, так как мы, естественно, федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев в России, посвятили Низами Гянджави. Но планируем дальше, несколько серий будет, дальше посвящать еще известным поэтам других национальностей. Мы это делаем для того, чтобы друг друга лучше знать. В большой стране, где очень много национальностей, мы должны друг друга лучше знать, знать культуру, традиции, поэтов наших. А то, что мы, азербайджанцы, гордимся нашим поэтом, жившим в 19 веке, Низами Гянджави, то об этом, я считаю, вообще лишнее говорить. Семь красавиц, тем более, сегодня читаем. В семи красавицах среди них была и славянка, и турчанка, и азербайджанка. То есть, понимаете, исходя от этого, что и эти семь красавиц были разных национальностей, вот мы решили взять семь красавиц. Какую бы поэму Низами мы не взяли для конкурса, все они по-своему замечательные и оригинальные. Это очень интересная поэма, созданная уже после того, как Низами совершил свои величайшие свершения, создал Хасров и Шаин, или Меджнун и так далее. Это его, в общем-то, четвертая поэма из великой пятерицы Хамсе Низами. Вот. И, может быть, выбор этой поэмы симптоматичен, она близка современному такому искусству, я бы даже сказал, сюрреалистическому, символическому. Это собрание разных притч, в ней сочетаются любовь, эротика, философия и глубокая психологическая разработка. И в целом вся эта вещь со своей удивительной концовкой есть некая развернутая притча. Тронная речь Бахрама Гура о справедливости. Он сказал: «На отчий трон я возведен судьбой. Бог мне даровал победу, и никто другой. Я хвалу и благодарность небу воздаю. Тот, кто верит в Бога, милость обретет мою. Я о милости не должен вечного молить. Бога я могу за милость лишь благодарить. Я у львов корону отнял. Меч ли мне помог? В этом подвиге помог мне всемогущий Бог. И когда обрел венец я и высокий трон, должен быть я справедливым, чтобы одобрил он. Если даст он, так во всем я буду поступать, чтоб никто не мог в обиде на меня пенять. Вы, друзья мои, вельможи моего дворца, пусть дороги ваши будут прямы до конца. Знайте, кто из вас от кривды низкой отойдет, в справедливости спасенье верное найдет. Если кто не будет ухо правое держать, у того придется уху левому страдать. Я для всех, как подобает истому царю, правосудия и защиты двери отворю. Мы теперь во имя правды в руки власть берем. Злом за зло платить мы будем, за добро – добром. И пока стоит на месте синий небосвод, с
Слава тем, кто в край блаженный с миром отойдет. А живущим всем мы будем как надежный щит, одарим добром, надеждой, не творя обид. Где вину простить возможно, лучше там простить. Зла не делай там, где можно милость допустить. Так намерения благие обнаружил он, и ему вельможи низкий отдали поклон. С приближенными беседу час или два он вел, а потом, сойдя с престола, отдыхать пошел. Правил он страною мудро, правый суд вершил, и народ был благодарен, Бог доволен был. Для совета звал он светлых разумом мужей. Не было в стране раздоров, смут и мятежей. Ну, для меня этот конкурс только познавательный. В смысле, мне было интересно, что это будет за мероприятие, потому что читать «Незами» очень тяжело. Это не каждому дано, и я не участвую как бы в конкурсе. Я просто попробовала прочитать. Вслух читать поэму «Незами», над ней нужно очень много работать, и нужно очень много знать. И вот сегодня была тут лекция, она как бы, я пришла больше с этой точки зрения послушать как бы лекцию о «Незами», о переводах его, и мне это было интересно. Вот с этим я пришла сюда. Ну и, конечно, просто такое стечение обстоятельств, я живу в Баку, а оказалась в Москве, и когда узнала об этом конкурсе, то решила прийти сюда, чтобы познакомиться с тем, кто будет здесь читать, говорить. Мне это интересно, как актрисе мне это интересно. В этот день все красное шах бахрам надел, к башне с красным куполом утром полетел. Там розовощекая славянская княжна, цветом сходна с пламенем, как вода нежна. Перед ним предстала красоты полна, словно заблистала полная луна. Только ночь высоко знамя подняла, и на своде солнца шелк разорвала. Мы о конкурсе объявили приблизительно месяц назад. За месяц из стольких, даже из далеких регионов звонят, просят, мы отправляем отрывки. Они будут читать, отправляйте нам те, которые не могут сегодня участвовать лично, они нам пришлют видеоролик. И в итоге будет монтаж, сделаем все это, естественно. И то, что вот мы пришли к тому, чтобы в других остальных у нас конкурсах следующих будет посвященное узбекскому поэту, грузинскому. И это все делается цели единства российского народа. Кстати, среди выступающих будет еще 5-летний мальчик. Да, мама его, по-моему, русский мальчик, да, русская фамилия, дала нам ссылку на Ютубе, что вот наш мальчик очень хорошо читает, просим отправить нам отрывок. Поэтому вот ждем.